Сегодня Лепс приезжает с концертом. Несу собачкам курицу. Так душно, очень душно. Может, ливанет все же дождь. На горах там тучи. Вот такое море сегодня. Собак нигде не нашел. Пойду сейчас купаться. Смотрите, в горах что. Что за турист такой? Француз какой-то. Вот еще один турист идет. Вообще Оралово. Такого я не видел еще. Что это такое? Кто может объяснить? Я не могу. Я стою, ржу, не могу. Это что за крендель там? Мать моя родная. Да, Сес Фантастиш называется. Как включу, так шторм прекращается. Что ж такое? Никак не поймаю вам волну. Крабик сейчас сидел на камне, смыл его волной. Маленький крабик. Интернету 27 показывает температуру воды, но это что-то слишком. В Сочи может быть, а в Ялте всегда на 2 градуса попрохладнее.